Я приветствую всех на моем канале. С вами сказка. И тема моего видео будет «Моя вторая ферма». Я очень, конечно, долго к этому шла. Я не решалась, но все-таки я решила создать мою вторую ферму, мою малышку. И сегодня я вам ее покажу, я сделаю небольшой обзорчик. И самое главное, я вам расскажу плюсы и минусы создания второй фермы. Главные моменты, зачем она нам нужна, я расскажу о моем личном опыте, мои выводы. Ну, давайте начнем. Как видите, у меня уже 175 уровень, и до этого времени я никак не решалась. Я, честно говоря, особо даже об этом не думала, не планировала о создании второй фермы. Ну, я знала, что у меня будет на это уходить время. Ну, все-таки я решилась. Я решилась, потому что, как бы, я видела, что какие-то плюсы все-таки от нее будут. Итак, давайте я на нее сейчас зайду, и мы вместе с вами посмотрим, что у меня здесь по призам. Интересная акция, смотрите, сегодня на алмазике. Аж 160 алмазов за 6 долларов. Здесь 130. Ну, я подумаю. Вряд ли, конечно, я буду их брать, но... Посмотрим. Так, ну что же, давайте пойдем на мою ферму-малышку, и я вам ее уже покажу. Переходим в настроечки. Я долго не думала, как ее называть. Конечно же, она тоже сказка, только на английском. Вот как она у меня выглядит. Так, у меня здесь вторая звездочка в попкорнице. Я все-таки стараюсь на ней работать, загружать продукцию. Как видите, у меня здесь 38 уровень уже. Я ее создала где-то примерно месяц назад. Даже, наверное, может чуть-чуть меньше. Месяца, наверное, еще нет. Уже почти 39 уровень. Здесь вот немножечко мне еще не хватает опыта. Да. Совсем немножко, 10 тысяч, ну это доберем. Вот как она у меня выглядит. Ну, конечно, уровень невысокий, у меня еще нет возможности там особо что-то такое интересное на ней приобретать, какие-то там украшения. Ну, в общем, так, по чуть-чуть, кое-что, какие-то украшения, конечно, есть, что-то расставляю. Вот так я сейчас вам все покажу. Оформила я моих животных так, как я очень давно хотела. На моей основной ферме, конечно, не оформлено по-другому. Если кто-то скажет, что это похоже там, на их ферму или что-то в этом духе, то я скажу, что такое оформление мне очень сильно понравилось. 4 года назад, еще когда я была совсем маленькая на моей основной ферме, и я впервые добавилась в мое соседство, в мое первое соседство, где была девушка-руководитель Алена, мечта у нее ферма. Может быть, она меня даже посмотрит это видео и со мной согласится. И у нее животные были вот так оформлены. Мне еще с тех пор это очень понравилось. Достаточно это симпатично выглядит. Поэтому на вот моей ферме малышки я все-таки решила тоже так оформить. Это красиво. Еще 4 года назад я такое оформление у нее увидела. Мне понравилось. Вот так вот у меня здесь я открываю участки. Уже достаточно так нормально я их открыла. Так вот все выглядит. И, конечно же, смотрите, что самое главное, что я жду от моей младшей фермы. Когда у нас события на монеты, мне очень не хватает места в моем основном амбаре, на моей основной ферме. И я очень много инструмента, конечно же, перебрасываю сюда. Здесь у меня амбарчик уже
550, но сейчас он загружен, потому что было недавно событие, и я здесь много инструмента на ней перекинула и храню его здесь. Ну, что-то для этой фермы хватает, что-то нужно для основной, я перебрасываю, что мне нужно туда. И силоска у меня на 500, ну, здесь так по чуть-чуть, конечно, всего есть. Это самый главный для меня плюс создания второй фермы. Мне нужен еще один амбар. И второй, конечно же, плюс – очень много молочки. Молочки всегда не хватает, поэтому сейчас я здесь много ее произвожу и, конечно же, перекидываю на мою основную ферму. Бывают, когда какие-то события, не хватает даже каких-то банальных продуктов, каких-то бутербродов. Я сейчас не могу это все собрать, потому что амбар у меня загружен. Ну вот какие-то продукты мне даже малышка уже начинает потихонечку помогать с моей основной фермой. Я пока что грузовички погоняю, чтобы немножко разгрузить амбарчик. Вот такие вот два для меня главных плюса. Это амбар и дополнительные продукты, особенно молочные. Поэтому это мне важно было сделать. Что мне не понравилось в самом начале, почему у меня было такое, скажем, даже как разочарование, очень много нужно было ресурсов тратить на нее. Достаточно интенсивно нужно было сидеть на ней и играть, то есть тратить физически свое время. Поэтому это, конечно, меня напрягало. Я даже в какие-то моменты уже начинала жалеть, зачем мне это нужно. Я трачу свое время вместо того, чтобы на основной ферме заниматься своими делами, развивать ее. То мне в какой-то момент казалось, что я даже откатываюсь назад на основной ферме. Сюда уходили ресурсы. Нужно было улучшать амбар постоянно, силосную башню. Поэтому, конечно, я в какие-то моменты даже расстраивалась и отчаивалась чуть-чуть, признаюсь даже честно. Но когда она начала расти, и где-то вот уже примерно с 25-30 уровня мне уже стало легче. Сейчас я уже в основном ресурсов не так уж много сюда перебрасываю, потому что мне позволяет амбар, чтобы что-то покупать в газете и улучшать. Единственное, что я сюда перебрасываю, это, конечно, денежку. Ну, так, чтобы всегда какая-то сумма была на новое производственное здание. И чтобы на покупке каких-то нужных там стройматериалов для этой фермы. Вот. Денежку в основном перекидываю уже. Что еще интересно и чем она полезна? На этой ферме мне в газете попадаются чаще стройматериалы, чем на основной. Вот я заметила такой момент. У меня как-то вот это так работает. Я не знаю, как у других ребят, у кого есть еще маленькие фермы. Но здесь я чаще могу какой-то стройматериал купить в большом количестве и даже его перекидывать на мою основную ферму. Что очень полезно и для той фермы, и для этой. Поэтому вот такие важные плюсы. Кстати, монетки мне попались, отлично. Сейчас я перейду к одному минусу. В принципе, он один единственный для меня. Еще монетки, отлично. Еще повращаем разочек. Ну, монеток достаточно, слиточек. Хорошо. Самый основной минус и, в принципе, единственный – это мое время, что мне приходится на нее заходить и все-таки потихонечку играть. Я трачу свое время, и его у меня не так уж много, поэтому это вот единственный такой для меня минус. Мне не жаль ни инструментов, ни ресурсов для этой фермочки, мне не жаль монеток. Мне жаль только времени. Ну, вот для меня это единственный минус, но все равно я стараюсь справляться, все-таки играть и все-таки дальше ее развивать. Вот мы зашли в мою рыбную зону. У меня только 3 открытых места, потому что мне сейчас важнее участок открывать, чтобы можно было как-то вот там оформить территорию. Амбар переполнен, рыбку я не могу собрать.
Ну, сейчас мы что-то с этим придумаем. Так, здесь тоже мне предлагают купить алмазы. Не буду я покупать их здесь. Заберу кусочек карты. Так, давайте зайдем в мою книгу. Что-то мне стрелочка показывает, что у меня здесь какие-то рыбки есть и, наверное, алмазики. У меня здесь выловлены новые рыбы. Я еще совершенно не забирала алмазы. Вот мы сейчас вместе их и заберем. Да, как видите, есть новые. Даже щуку я умудрилась как-то поймать. Ой, отлично. Смотрите, сколько у меня рыбок открытых. Что же, начнем с конца. Будем забирать алмазики. Отлично. И здесь тоже. Да, даже новых рыбок я поймала. Потихонечку, только 3 у меня рыбных места открытых, но тем не менее приятный момент, когда уже собираешь алмазики. Сейчас я попробую немножечко разгрузить амбар и собрать сети, и попробуем вместе что-нибудь, может быть, новенькое попадется на ваучеры поймать. Класс! Отлично, сразу 4 рыбки. Я знаю, что есть станок для приманок. Я знаю, что нужно использовать ваучеры. Спасибо, что рассказываете. Старый вязальщик сетей. Уже давно у меня он починен. Я сделаю какие-то... А у меня... Ага, у меня есть зеленая приманочка. Хорошо, сейчас... Я разгружу амбар, соберем рыбки и попробуем что-нибудь поймать. Я сейчас что-то поставлю на продажу. Моя фермочка состоит в соседстве. Я все-таки его создала, я корм для овец продам. Да, я создала соседство, я сейчас вам его покажу. У меня, конечно же, здесь никого нет. Соседство моего только со мной здесь, вот только я один участник. Ну, как-то без соседства, как будто как бездомный какой-то. Поэтому мне захотелось все-таки создать свой домик. Пусть будет такое маленькое соседство. Так, я немножко разгрузила. Сейчас выловлю сети и что-то попробуем с вами поймать. А вдруг нам что-то попадется. Вот, допустим, на зеленую приманочку. Угу. Новая рыбка. Отлично. Плотву мы поймали. И сейчас здесь что-то попробуем. Тоже один единственный у меня на зелененький. Угу, тоже плотва. Угу, отлично. Ну, давайте алмазики заберем. Супер. 3 алмазика. Вот такое у меня рыбное место. Конечно, я потихонечку буду, так сказать, сюда инвестировать какой-то стройматериал, открывать еще дополнительные места. Но для меня это сейчас не столь важно. Мне важно было... амбар улучшить, чтобы пользоваться им, когда мне это нужно. Так, у меня станок готов для украшений. Можно что-нибудь уже даже загрузить. Браслетики пусть делаются. Вот так вот, вот у меня здесь участочек я ставила, зеленая такая территория. Станочки пока что отдельно, сундучок закрыт, ну не буду я алмазики на него, конечно, тратить. Так что вот смотрите, ребята, конечно, это с одной стороны интересно, с другой стороны нужно понимать, если у вас время, если у вас ферма, довольная гостья, да, алмазик забрала, если у вас ферма основная, достаточно хороший уровень, ну там хотя бы 70-80, то, может быть, и стоит создавать младшую ферму. Смотрите сами,
Когда у вас есть основная ферма хорошего уровня, хорошо прокачанная, то вы можете хорошо инвестировать и быстро развивать младшую ферму. Что делала я? Если у вас маленький уровень, то совершенно вам не нужна вторая ферма, даже не рекомендую. Давайте зайдем ко мне в город, я вам покажу, как у меня здесь сундучок. Конечно, тут у меня еще совсем все так слабенько, ну как для 38 уровня. Я прокачала немного так время в личном поезде. Пассажиров пока что еще не прокачивала, но 4 часа я прокачала по максимуму. Время ремонта. Ну, это тоже так. Это чисто для себя, для души, потому что ну, у меня же никого даже нет. Я только у Грега могу подбирать посетителей. У меня же нет в соседстве никого, поэтому не у кого забирать, естественно. Поэтому количество я не прокачивала, только время ремонта. Здание я здесь тоже прокачиваю, потому что это все-таки дополнительный опыт. Я по максимуму открыла все ячейки, и теперь я буду прокачивать уже опыт. Опыт и уровень репутации. Вот, как видите, у меня полностью открытые ячейки. По уровню максимально все прокачано. Здесь тоже максимально по уровню, потому что я здесь немножко опыт прокачивала, да. Ну, и я не спешу открывать, мне надо две дрели, не спешу открывать в гостинице именно очереди, потому что мне пока что 3 штучки с головой хватит. Я здесь буду прокачивать время и опыт. Вот. Так что вот, вот так выглядит мой город. Здесь у меня тоже прокачано по максимуму ратуша. Ратушу, кстати говоря, можно улучшить вместимость. Ну, давайте это и сделаем. Немножечко заодно разгрузим сундучок, появился второй. Разгрузим немножечко амбар. И я вам покажу еще мое животное. У меня жираф собирается. А сейчас у меня открыт вот мой малыш. Спит слоник. Такой у меня, конечно, здесь смешной зоопарк в сравнении с моей основной фермой. Кто меня смотрит, знает, помнит, как у меня там. Ну, здесь один у меня слоник пока что. Так что вот так вот выглядит мой город. Какие-то у меня украшения мне попались. Деревцо. Можно немножечко расставить, еще украсить. Вот такая у меня фермочка, малышечка. Если вам понравилось, напишите в комментариях, что можно здесь добавить, или ваши какие-то предложения. Может быть, что-то вам хочется мне посоветовать, пожалуйста, напишите в комментариях. Давайте вернемся на основную ферму и посмотрим, что у нас там происходит. Я сегодня еще практически не играла. Как видите, если вы привязываете игру к Supercell, то очень удобно переходить с одной фермы на другую. Буквально секундочка, и вы уже на своей другой ферме. Поэтому очень удобно перебрасывать какие-то там средства с одной фермы на другую. Газетка, конечно же, автоматически листается. Вдруг что-то полезное. Было у нас событие, как помните, на монетке. Я 7 миллионов тогда заработала. Кому интересно, смотрите прошлую мою прямую трансляцию. Там я показываю, каким образом я зарабатываю свои миллионы. 7 миллионов в этот раз очень хорошо. Очень даже достойно получилось заработать. С учетом того, что я готовилась, ну, не на полную силу, скажем так. Роза у меня что-то ушла, оставила ненакормленных моих животных. Так что вот такой был обзорчик моей младшей деточки, младшей фермы.
Принимайте для себя решение, хотите ли вы это делать. Я с вами поделилась моими советами, моим опытом, как это было для меня, какой это был путь. Это было и легкое разочарование, но главное, что в итоге я довольна, мне она очень помогает. И это отчасти тоже интересно, ее развивать потихонечку, наблюдать, как она растет. Так что, так, вот у меня получилось, хотя я, конечно, не хотела, сопротивлялась. У меня многие знакомые из моего соседства тоже имеют младшие фермы. Ну, я знала, что это будет уходить мое время туда, но сейчас я стараюсь все-таки основной заниматься большей фермой. Туда заглядываю чуть меньше, продукцию немножечко соберу, потому что нужно, чтобы все было в достатке. Сегодня событие на двойной опыт в городе. Это хорошее такое событие. Сейчас я вам покажу. Вот, обслуженные. Вот двое, да, двое больше очков репутации и опыта в городе. Я для такого события даже сейчас активирую ускоритель. На опыт 30% у меня есть, 50% я, пожалуй, для грузовичков придержу. Вот такой у меня ускоритель будет, и я сейчас посмотрю, что у меня в городе, но я еще здесь не вращала колесо фортуны, это теперь на двух фермах бегаешь. Здесь фармпас я, конечно же, покупаю, там нет, мне достаточно одного. Кстати говоря, сейчас посмотрим, что это за ускоритель на монетке мне попался. Ускоритель на монеты очень слабенький, очень. Я его даже удалю. Мне не нужен такой на 25%. Это очень мало. Тратить алмазы ради этого я не буду. Прежде чем я зайду в город, я хотела посмотреть. У меня приехала строительница. Может быть, что-то обновлю, но сейчас я посмотрю, что она мне будет предлагать. Давайте вместе со мной посмотрим. Опыт сразу же летит. Так, что строительница предлагает? Коричневая крыша. Не нравится совсем. Сиреневый фасад. Ну, как-то мрачновато. Совсем не нравится мне такой балкон. Так, грузовичок. Кабинка, желтая кабинка, кстати говоря, мне нравится. Смотрится симпатично. 320 тысяч за всего лишь синенькие полосочки. Как-то мне не хочется тратить. Покрышки неинтересные, мои красивее. Вы знаете, я, наверное, сделаю вот такую желтую кабинку. Желтая. А, вот, фух, у меня же не синие. У меня зелененькая, этот, как он называется, задняя часть, 213, у меня 213 ваучеров, отлично, можно вполне построить вот такую кабину желтую. Построить, давайте. Вас мы отправим. Ой, очень даже симпатично получилось. В цвет с колесами и с зелененьким кузовом. Смотрится симпатично. Спортивный грузовичок у меня получился. Опыт у меня работает, так что пусть он пока что покатается. Так, и витринку я еще не посмотрела. Кстати говоря, здесь интересная витринка в этот раз. Давайте, может быть, что-то и обновим. Очень даже интересно. У меня зеленых ваучеров 70, 80, 90, 100 штук нужно. У меня как раз 193 есть. Ну, можно, кстати говоря, обновить. Да, нравятся мне эти доски. В принципе, интересно. Давайте построим вместе. Обновочку сделаем.
Я люблю всякие обновки у строительницы заказывать. Да, сделаем такую коричневую доску. Хорошо. Хотя это зелененькое смотрится, ну пусть будет что-нибудь новенькое. Очень даже симпатично получилось. Бочки я даже не знаю, стоит ли поставить. Чисто для того, чтобы собрать зеленые клетки с бочками. Чисто, чтобы книгу свою собрать, чтобы больше был ассортимент. Давайте сделаю тоже такие клеточки. Всегда можно переделать. Ваучеров у меня хватает. Очень даже получилось симпатично. Мне нравится. Доска, конечно, темновата. Если бы она как-то была чуть ярче. Ну ладно, какая есть. Пусть у меня какие-то пивные бочки при входе. Ну ладно. Так, что у меня в городе? В городе я сегодня же не играла, у меня практически никого нет. Ну, кое-кого сейчас отпущу. И потом еще съезжу личным поездом. Давайте вместе с вами отпустим. Здесь, конечно же, город у меня выглядит совсем по-другому. Много всяких и украшений, все прокачано по максимуму. Много опыта. У меня уже уровень репутации 44, скоро уже будет 45. Как видите, у меня уже здесь так достаточно чуть-чуть осталось набрать очков репутации. И будет новый уровень. Ого, что-то мне подарков столько посетителя наложили. Так, хорошо. Ой, заберем наши подарки. Ой, что-то у меня там олень, да? Олененочек собирается, хорошо. А еще кто? Так, книга не закрывается. Все, закрылось. Ой, так много стройинструмента всякого и монетки, отлично. Вот такой зоопарк у меня здесь. Конечно же, посимпатичней. Животных у меня очень много. Морж прячется активно, не хочет показываться. Так, ну, город у меня поезд только приехал, я потом попозже зайду, чтобы его обслуживать. Еще газетка. Так что, ребята, создавайте вторые фирмы, это по-своему интересно. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Кто на меня еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. Впереди у нас еще много всего интересного. Есть еще о чем поговорить, что рассказать. Я всегда готова делиться с вами моим опытом. Я надеюсь, вам понравилась моя вторая фирмочка-малышка. Пишите ваши комментарии, как вам она. Я жду, как всегда, ваши лайки. Ну что же, до новых видео, до новых встреч. И как всегда, всем сказочного настроения. Пока-пока!